Мы находимся на рынке Босфор, на районе Ковалевка. Здесь сегодня с утра и до часу двух дня, до теперешнего времени, плачет котенок внутри стены между двумя магазинами. Сюда приехали волонтеры общественной организации БИМ, также свободные волонтеры и студенты, такие как я и мои друзья. Мы приехали для того, чтобы достать этого котенка из стены. И нам препятствовало многое. Дальше в сюжете. Первое же, обо что споткнулись энтузиасты, это откровенное нежелание администрации рынка что-либо предпринимать. Волонтеры вызвали спасательную службу и правоохранителей. В присутствии представителей закона администратор согласилась вскрыть стену, за которую упал маленький искатель приключений, но только при условии немедленного возмещения ущерба. Девушка, вы хотя бы полтела своего покажите. За считанные минуты мы достали нужную им сумму, 1000 гривен за несчастный кусочек фанеры, это нормально. И сейчас мы наблюдаем за тем, как нас туда не пустили, нас не хотели пускать, чтобы мы посмотрели, что там происходит. Туда вошел сотрудник полиции и девочка от нашего лица. Сейчас они его достают, и мы стоим, ждем. По словам продавцов, работающих в соседних магазинах, местная кошка окатилась прямо на крыше, и ее котята часто проваливались между стен магазинов с печальными последствиями. Через 2 часа ожиданий, слез и молитв котенок был извлечен из простенка к бурной радости всех присутствующих. После прямого предложения финансово компенсировать ущерб, администрация магазина наконец-таки проявила благоразумие и человечность. Жаль только, что у многих людей такие чувства нужно покупать в прямом смысле этого слова. В общем, в итоге за эти 7 часов я поняла, что очень многие люди плохие, и что если пока вы сами не будете поднимать кипиш, никто за вас ничего не будет делать.